Супермаркеты Дагестана заморозят цены на социально значимые товары до конца года. Представители сетей розничной торговли провели встречу на тему сдерживания цен с Минпромторгом и Минсельхозом Республики. Ритейлу предложили производить закупки социально значимых продуктов, объединившись, что позволит производителям продукции предоставлять ее по самой низкой цене. Министерство, в свою очередь, обеспечит ритейлы всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. Кроме того, в предновогодние дни в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители смогут представить свою продукцию по доступным ценам. Ну а тем временем Дагстат отмечает повышение цен на продуктовую корзину. За ноябрь минимальный продуктовый набор в Дагестане повысился в цене на 2,6%. Так, к началу декабря стоимость продуктовой корзины составляет 4394 рубля. Больше всего подорожали помидоры и огурцы. Куриные яйца выросли в цене на 5,6%. Также подорожала морковь, подсолнечное масло и сахар.